Сильные оползни угрожают нескольким многоквартирным жилым домам Калифорнии. Агентство Reuters опубликовало видео с разрушениями. Прибывшие на место экстренные службы провели срочную эвакуацию из зданий. По данным местных властей, жертв и пострадавших нет. Оползни обрушились на Калифорнию из-за обильных дождей. В результате погибли 2 человека. В 21-м округе действует чрезвычайное положение. Десятки домов находятся под угрозой обрушения. Всего планируют эвакуировать порядка 20 тысяч человек. Редактор